семья Баламбой, дамы и господа, в полном составе здесь. У меня для тебя есть задание. Можешь ли ты назвать вещи, для чего они? Do you know the name? Ты знаешь имя этого? I don't. Не подсказывайте, no, не подсказывайте. No. Вы, конечно, знаете. Знаю, знаю. Помню все. I don't know. Ну, скажите ему. Чебурашка. Это Чебурашка. У нас мультфильмы даже были. It's a famous cartoon, like maybe Mickey Mouse in States. Вы смотрели 15 друзей Итудиса? Конечно, я же там снимался. Тогда вопросы будут адресованы вам. Вопрос номер один. Вы не подсказываете. Пока. Какой породы собака у Кори Хиггинса в этом фильме? Хаски. Неплохо для новичка. Вопрос номер два. Каким видом спорта по сюжету фильма занимался Алек Питерс? Вроде бы гольф. Мне кажется, вам уже пора на Первый канал. Что, где, когда? Жуэль, we have that at home. А вот так вот. Папа, не подсказывай ему. Все знают. А Жозеф, вы знаете? Ложка. Папа знает ложка. Ложка. You can play the music on this spoon. No. Together. Вместе. Скажите, пожалуйста, вы сегодня будете целоваться на камеру? Если с ним, то да. 15 друзей Итудиса. Я видел на Ютубе, но еще не смотрел. Вам не стыдно сейчас? Вы понимаете, вы в прямом эфире сейчас заявили такие... Скажите, что вы смотрели, мы как будто заново. На самом деле смотрели, да. Смотрели, да? Здорово. Вот если вы смотрели, скажите, какой самый красочный эпизод? Ох, ну там, когда вот они все выбежали и побежали, а потом все вот взорвалось, и все, и занавес.